в «Атласе» была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И «Атлас» немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Угу, да, вот это десяточка. Яблочко. Наш бросок был. Неплохо, да? Тебе везет. КВА крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айрон все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Как и ты, сынок? Сам директор. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Ха, есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Покрепче. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Блин, да, тут же персонажи вообще, ну, не поймешь, то ли они реальных людей замультяшили или мультяшных людей так реально сделали. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для Атласа. Я вам благодарен. За вас, парни. Да, но тут все деньги, частная военная корпорация — это бабло. А там, где бабло... Нам повезло. День ото дня КВА становилась круче. А ее планы грандиознее. Там морали не место. Ху, это что такое за объект недостроенный? Гидро. Атомная станция. Цепная реакция. Сиэтл, Вашингтон. Штурмовой. Ху-ху, здесь мы можем попрыгать. Так, входящее сообщение. Неизвестное местоположение. Дата неизвестна. Это пришел в Атлас сообщение. Аид зовут. Явно из Востока. С удовольствием. А это летательный аппарат Инус Аватара. Так, ограничение наведения огня снято. И там вертушки эти, как Хейлу, будто бы, знаете, десантируют ворог. Так, ну здесь идет вон с этой ракеты. Ух, взлетела ракета и разделилась на несколько головок. Вау-вау-вау. Так, одними меньше. 2-4 сбита, а мы 2-5, да? Позывной 2-5. Не дадим им даже головы поднять. Удерживаем F-очку. Отстрелялись очень легко. А если в своего? Нельзя. Альфа, мы на земле. Приближаемся справа. Вау-вау-вау. Это мне кризис напомнило даже. Похоже, о, Альфа, танк. Танк десантирует. Вместе с ними. Шевелись.
Да-да-да. Прорываемся к зданию вместе с ними. Да, похоже, Альфа влипла. Огонь по готовности. Это у нас такой дрон-щит. Так, разотымечка мы сняли. Отходим. А, хрена тебе. Давайте продвигаться вперед. Там еще, видишь, какой-то танчик отстреливается наш. Что, патроны закончились? Да нет же, все в порядке. Смотрите, какой живучий. Блин, ну дрон нас замедляет конкретно. Он не позволяет быстро вращаться по оси. Ладно, заходим, так сказать. Да откуда вы там лезете, ё-моё? Отходим, отходим, там где-то была граната. Ага, хрена тебе. Иди-ка сюда. А их вообще скончаемое количество. Гидеон, танк еще на ходу. Значит, кто-нибудь шевельнет задницу и этим займется. Ух, давайте пока отвяжемся. Нам предлагают взять танк. Я думаю, не стоит этим пренебрегать. Для разнообразия. Оу, так у него. Так, Г. И что дает вот этот... Отметка цели, кто мне скажет. Против пехоты не очень, конечно. Это вся штука. Смотрите, вообще... Но это же все-таки снаряды. Так, удержите, чтобы покинуть огневую. Нет, ну где? А, по барабану. Держали, вот не знаю, лучше как-то, вот реально не... Я там кого-то увидел. Вот. Так, ну мы уже практически на месте, 42 метра нам остается. Подождите, а ракеты полетели еще сами по себе, то есть? А, вот, одна. Я отметил цель, и туда летит автоматически гранатка. Ху-ху-ху. Так это вообще круто.
Сколько же вас там будет? Вали! Широк! ГВА только что выкатила Титан прямо в центр двора! Митчелл! Хватай ракеты и уничтожь Титан! Боезапасы, по-моему. Стреляй по Титану ракетами! Сколько он выдержит? Хрен его знает. Крепкая штука. Офигеть! Как же долго перезаряжать? Митчелл, уничтожь Титан ракетами! Да уже! Чё, он там сложился, да? Да, сложился. Титан уничтожен! Отлично, Митчелл! Инженеры КВА взломали протокол безопасности. Так, думаю, эта штука нам больше не понадобится. Вас понял, Пророк. Мы на подходе! Нет, это одинаковые валы. Где я свою бросал? О, чехарда какая. Погнали. В общем, Титан крутая штука. Дадут ли нам пострелять? Смотреть в оба. Здесь могут быть гражданские. Так, лазерная пушка, ладно, давай сейчас ее испробуем. Быстрее всего спуститься вниз по шахте лифта. Принято, вскрываем двери. Шахта так шахта. По одному. Пошли. Чисто. Так, сюда. Что нам хотят сказать? Атлас. А. Плохие новости, правда? Показатели ниже. Да, если речь идет о реакторе и температуре, то да. Да уберите эту херню. Не видно же ничего. Да чё стали, никого нет. Не было ни шанса. Продолжаем движение. За мной, ребятки. Перекрёсток. Давай направо. Это короткий путь, но тебе не понравится. Держаться вместе. Ну, догадывайся, что нам сюда. Ребятки, и вы где? Картер, открывай дверь. Понял. Фу, это мы прям... Опачки. Так, гранатки. Гранатки будут попредпочтительнее, чем лазерная штука, вот. Картер, ну ты тормоз с прогрессом у нас. Опа! А дострелить нет? У нас все по-гуманному. Пошел, пошел, пошел! Браво, пройдите реакторным... Уничтожить! Так, надо бы, наверное, давайте сенсор. Да, ты будешь стрелять. Да, надо бы прокачать срок действия сенсора. Подавление!
Валим! Там их такая толпень собралась. Так. Дроны, дроны. Где дроны? Ой, свой, свой. Извините, ребятки. Ой, нос как зачесался. Бля, опять свои. Опять свои. Бросаем, Эми. Еще одну. А если пищалочку? А нате вам. Лишних задержек давайте. Ух. Ну, отстрелялись. Пророк, мы в грузовом лифте. Этажом выше, на главный уровень. Выше так выше. Митчелл, запускай. Ах, кого-то мы там Брауна оставили. Жми на кнопку, Митчелл. Да жму, жму, жму. Ставь укрытие у двери. Понял. Прикольно, смотрите, тряпку такую натянул. Что Митчелл, используй штурмовой дрон. Да. Запускаем дрон. Ой, как их здесь много. Поднимемся повыше. Так. Так можно воевать. Так, сколько? У нас осталось 4. 3. 2. 1. Ноль. Вот и отстрелялись. Так, мы почти на месте! А что-то происходит, а? Вау! Это круто. Все так активно, быстро. 396 патронов, 3 гранаты и 1, и 1 сенсор у нас. Ух, там дверь была. Мина была какая. Что это было? Они заминировали дверь. Реактор красненький, это плохо. Этот пульт работает. Чертовски плохо. Давай, кидывай. Давай за пульт.
И чего? Сейчас будет какая-то мини-игра или нет? Пророк, ты видишь? Вас понял. Мы видим то же, что и вы. Так, температура ядра стабильна. Надо залить охранника. Стоп. Уровни падают. Отводы для пары перекрытий. Босс! Назад было стабильно. Перенаправляю. Гидеон! Принято! У нас события седьмого уровня. Немедленно уходите. События седьмого уровня? Дерьмо! Это как? Вас понял. А сколько всего у вас уровней? Реактор пошел в разнос. Уходим! Реактор пошел в разнос? Я поддерживаю. Валим. Да, и бег прокачать бы было неплохо. Продолжайте стрелять! Пророк! У северных башен вертолеты КВА! Куда? Крысы! Бегущие с корабля! Смотрите, сколько их там наложил. Критическое давление. Быстро выводите людей. Мы его слышали. Берите. Твою мать! Черт! Что это было? Взрывы! Тут все летит! Так, ну они особо по нам не стреляют. Дроны! Дроны, дроны, дроны. Так, я для подготовки включил дрон Эми. Так, а вот эти стреляют по нам. Еще и как, и они, ребята, крепкие. Бум. И ты еще здесь, откуда ты взялся? Это что такое было? Очень рады вас видеть, 2-3. Ладно, это бегущие. Так, вот это. Пошли, пошли! Да. Иди ко мне. Ой, это свой. А я так бежал, надеялся ему по шарапану дать. Вау, смотрите. Куда ты шевелиться, а? Или... Я вижу, что падает. Да ладно, я далеко стою. Это была одна из тепловых башен. 525, это, я так понимаю, наш эвакуатор. А, не, вот он, вот. Прям с аватара прибежал к нам. Пророк, Атлас эвакуируется. Зона опасна. Митчелл, давай на борт! Быстро! Да меня тут привалило слегка. Опачки! Зато убийств мы нахватали, смотрите, 86%, я так понимаю. Хедшоты. Гранатой. Это типа такой, такие мини-челленджи у нас, да? Ну ладно, будем знать.